Мэрил Дэвис, Чарли Уайт. Двукратные чемпионы мира и олимпийские чемпионы Мэрил Дэвис и Чарли Уайт выросли неподалеку друг от друга. На соседних улицах они жили, и когда-то, еще в совсем юном возрасте, родители Мэрил уговорили Чарли, чтобы он попробовал встать в пару с их дочкой. И Чарли поначалу отказывался, потому что он действительно очень и очень любил хоккей. Кстати, увлечение хоккеем в какой-то момент поставило его карьеру фигуриста под угрозу, потому что он получил очень серьезную травму, но именно в тот момент ему пришлось сделать выбор. Он остался в фигурном катании, и, как мы видим, не зря. Выдающаяся танцевальная пара Мэрил Дэвис и Чарли Уайт.